был такой штамп, что вот эта вот тусовка вся, она погрязла в алкоголе. Да мне пофигу абсолютно, я никогда не думаю об этом. У меня вообще тусовка до лампочки. Я тусовка. Поэтому я об этом не думаю. А с алкоголем я сам лично, ну, это не связано ни с какой тусовкой, это связано просто с воспитанием, с тем, как ты идешь по жизни. Как. Мне просто получилось так, что я рано познакомился с алкоголем, то есть в отроческом возрасте, там, портвейны всякие. И я к 40 годам уже был таким жестким алкоголиком, зависимым мощно. И начал избавляться с помощью... Ну, мне, в общем, я решил, что либо я брошу пить, либо я сдохну, потому что в таком состоянии уже находиться не самому неприятно, и люди вокруг, представляете, алкаша, это как они, ну, насколько жить с вонючим каким-то животным. Поэтому я решил бросить и добился того, что я бросил.